Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я сейчас веду курс по видеопродакшену и веду его в Zoom. Просто для общения Zoom отличная штука, но однажды привыкнув все контролировать в эфире, например, с помощью OBS Studio, сложно отвыкнуть. Zoom полного контроля не дает, и это несколько дезадаптирует. Но Zoom, оказывается, дает возможность вести трансляцию через OBS, и это все восстанавливает. Что я имею в виду? Вы можете связаться с кем-то в Zoom, ну или запустить новую конференцию. Но трансляция при этом будет идти не с веб-камеры, как обычно, а из OBS студии. Ну а OBS студию вы можете уже настраивать как угодно. Тут все в ваших руках. Поехали. Сначала вам нужно будет установить дополнительный плагин в OBS. Ссылку оставлю в описании. OBS вообще хорош не только сам по себе, но еще и тем, что к нему запилили кучу плагинов. Он у меня уже стоит, не буду удалять и устанавливать заново, там все просто. Обычный экзешник. Единственное, он спросит, установить ли одну или четыре камеры, я установил одну, мне кажется, больше не надо. И переходим сначала в OBS. Здесь нам нужно запустить виртуальную камеру. В настройках появится новая закладка «Запустить виртуальную камеру». Что такое OBS, рассказывать не буду, у меня есть скринкаст, ссылка в описании. И переходим в Zoom. Здесь нас интересуют настройки. Видео, изображение. И в качестве камеры нужно выбрать OBS виртуальная камера. Единственное, нужно учесть, что сделать это необходимо до того, как вы зайдете в зал конференции или запустите собственную. Если вдруг вы забыли переключиться, нужно выйти из конференции, поменять настройки Zoom и заново войти в конференцию. Итак, вот мы запустили новую конференцию, и сигнал, который идет сейчас в Zoom, идет не с веб-камеры, а из OBS. А значит, делать мы можем с ним все, что угодно. Отключать, подключать какие-то источники, добавлять надписи, фотографии, регулировать уровень звука или вовсе отключать разные источники звука. Ну, собственно, об этом уже можете посмотреть в скринкасте по OBS. Для тех, кто привык все контролировать в эфире, это просто спасение. Для тех, кто не привык, привыкайте. OBS отличная штука, просто незаменимая при проведении стримов, а как теперь выяснилось, и вебинаров. Все, любите друг друга. Не думал, что скажу, что максимальный контроль — это хорошо. Подписывайтесь на канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у Теплицы социальных технологий.